Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз. Видел лица, глаза. Вам говорят, что мы нацисты. Вам говорят, что мы ненавидим русскую. Мы москаля! Мы москаля! Складайте руки! Чекули ми! Беріть у руки! І нову ленту заряд! Кому нравится Россия, пусть это Россия. Украина будет только для украинцев. Мне как бы нравится эта идея единой нации. Один народ, одна страна, одна нация. Російська мова – це не мова, це собачий гавкіт.
ненавидим русскую культуру. Ну що, москалику, поговоримо? Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть москалям! Вам говорят, что мы нацисты. Ми готові знищувати Русню, де тільки можна. Але я переконаний, що бити Русню треба не тільки в Україні, а за її межами, на території Росії. Розумієте, взагалі український національний інтерес, а Донбас треба просто використати як ресурс. Найголовніше, що треба зробити в даний момент, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Просто вбити. Робота буде, у них немає. У нас робота буде, у них ні. У нас пенсії будуть, у них ні. У нас підтримка людей, дітей і пенсіонерів буде, а у них ні. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Вот так, именно так мы выиграем эту войну. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Смерть ворогам! І правильно українці делають, що вас 8 лет суті мочать! Надо вас убивати! Надо вас убивати! Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Стрелять, бомбить без вопросов. Мы
Нацист мы. Нацист мы. Слава Украине! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Вам говорят, что мы нацисты.